Друзья, всем привет! В эфире компания Гренландия, рубрика «Бани». Меня зовут Олег Напольский. Сегодня у нас краткий видеообзор банной печи для русской парной, вот этой вот модельки, от фирмы Grill-D, а название модели – Комета Vega 180 Short. Шорт в переводе с английского – короткий. То есть это слово в модели этой печи означает следующее, что топливный канал, через который закладываются дрова, короткий. То есть печь не предназначена для выноса топки наружу. Она применяется исключительно внутри парной. То есть закладка дров производится внутри парной. Далее примечательные особенности этой печи в том, что у нее есть как открытая сетка каменка, так и закрытая. Вот эти ламели металлические, они съемные. Вот так легко разбираются. При желании есть у производителя опция заменить ламели на каменные. Очень красивая вещь. Вот так вот сняли ламели. И вот именно в этом месте у нас находится закрытая каменка, в которую помещается 30 килограмм камней. Сейчас я открою и поясню особенность этой печи, почему стоит за нее заплатить. Печка, конечно, не дешевая, но она доставляет дополнительные как эстетические, так и физические удовлетворения, как бы это ни звучало. Значит, вот сюда внутрь помещаются камни, которые от самого топливного канала нагреваются до температуры около 400 градусов. Вот здесь сверху находятся специальные воронки, через которые производится залив воды внутрь каменки. Там есть рассеивающие воду трубки. Получается таким образом мелкодисперсный пар, который через специальные отверстия, вот там вот внутри, равномерно распределяется пар по всей парной. Вот такая классная вещь придумана в этой печке. И когда заливается туда вода, и вот когда она испаряется, получается непередаваемый звук вьюги. Это дополняет вообще все банные процедуры, которые проводятся таким вот, можно сказать, звуковым сопровождением. Данную печь, в принципе, как и другие модели, мы можем установить в наших мобильных банях. С вами был Олег Напольский, компания Гренландия. С легким паром, будьте здоровы, всем пока!